1 мая 2022 года. Сводка погоды с пляжа Любимовка 2. Начинаю сразу вот с этого завала, с дикого пляжа. К сожалению, 30-го я не смог сходить туда посмотреть. Видно, после майских праздников. Не получилось по времени. Ну, смотрим, что у нас на пляже творится. На пляже, вот там, смотрю, одна палаточка стоит уже. Тут. Ну, время раннее, 9 часов. Поэтому не будет много народу. Качество невидимость. Так, что у нас там с Орловкой? Орловку видно хорошо. Расплату тоже видно. Ну, еще раз пойдем по пляжу посмотрим. Кстати, пляжная полоса опять расширилась. Вот когда нет сильного шторма, то море волной потихонечку намывает берег. Это уже много наблюдений было уже. Ну, а теперь туда городской пляж, где у нас. Ну, речка пока ничего изменений не принесла. Вот выход ее в море. Ну и дальше у нас там Любоморье. Ну и, соответственно, пляж Горизонт с пирсами. Севастополь сегодня тоже неплохо видно. Вот такой обзор на сегодня, до 1 мая.